Всем привет, уважаемые телезрители! Продолжаем прохождение игры X-Rebirth. И в этот раз мы будем отвоевывать наши корабли назад, потому что их нам всех грохнули в прошлой серии. Достаточно сильно грохнули. Все отлично, картинка есть. Тыщ! Поскакали. Бищ! Прилетел какой-то некий неведомый хранитель. Что он там хранит? Совершенно непонятно. Прилетел и разбомбил все, что мог. Меня разбомбил. Корабли, которые я захватил, разбомбил. В общем, мы играем миссию эту. А с самого начала, как был релиз игры. Ну, на второй день, по-моему, я начал проходить эту миссию. И до сих пор вот прохожу эту кампанию, никак не пройду. Проходим сейчас мы строительство станции по производству беспилотников. Потом дальше там, по-моему, осталось-то немного, процентов 34. Осталось-то здесь натаскать каких-то реакторов и обшивок. То есть обшивок я уже натаскал по ходу дела, осталось несколько реакторов мне. Вот я нахожусь, сейчас вот сохраненка здесь у нас, где меня убивают, очень сильно причем. Сейчас я попробую вернуться на корабль к себе, чтобы защитить его как-то. Даже не знаю, получится. О, кстати, новый спецэффект добавить, что ли. И давай, летай! Казалось, ничего не добавили. Отзываем сборщиков, по крайней мере, что он там отзывает еще. Где мой корабль? Надеюсь, они не убили еще мой кораблик. Да, вот мой корабль, и он срочно требует инженера. Вообще он требует все. Потому что сейчас, через несколько мгновений, тяжелый сул, вот он, это мой там торпедо. А вот и этот козел, который сломает мне корабль. Он уже стреляет, видите, вот все в него влетело. Смотрите, еще стреляет. А я нифига не успеваю, короче, к нему. Смотрите, что он делает. Вот зараза. Вот что он делает, а? Как так можно? Мне нужно срочно сюда залететь. Давай, 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 давай. Стыковка, быстро, быстро. Мне нужно сюда ремонтника посадить как можно быстрее. Это кто здесь стоит? Инженер стоит, что ли? Здесь что, все уже стоят, что ли? Капитан? Подожди. Инженер стоит уже. Так здесь все есть, что ли? Я что-то не вкалываю, не врубаюсь. Так, ну-ка. Собственность, так. Собственность. По-моему, собственность. Как же он... Экипаж, что ли? Нет, информация. Так, собственность. Не могу найти людей. Это не то. Собственность, да. Ну, это непонятно. Ладно, альбионский скунс. Дополнительные сведения зайдем, посмотрим. А где чуваки-то, которые здесь должны сидеть? И ветерана вижу. Возвращаю сборщиков. Конечно, возвращаю сборщиков. Капец, сейчас тут вообще нас всех разберут на запчасти. Так, журнал, менеджер заданий. Мой статус. Мне надо сейчас, я сейчас ищу этих чуваков, которые здесь должны быть. Да ёлки-палки. Пятый экипаж. А, вот вызвать удаленную двойку. Все, сообразить. Архитектор, командир десантников, капитан, нет? Все сотрудники на корабле. Так что все норм. Получается так. Мы еще не погибли здесь. Но там вон, смотрите, мигает все. Все мигает, все в процессе. Нужно приказать кораблю, короче, валить отсюда. Вот что я думаю.
Как это? Ай, да, я пройду здесь. Надо отсюда эвакуироваться срочно. Так, выбираем наш корабль этот. Возвращаем сборщиков. Да пора уже давно вернуть сборщиков. Так, связь, тройка. Связь. Так, новый приказ, да? Покиньте мой отряд, мне не надо. Новый приказ, доставьте меня в... Да, давайте дадим ему команду, чтобы он нас доставил куда-нибудь подальше отсюда. Какой-нибудь сектор, где как бы добрые люди живут. Внутренний мир. Давайте вот в господство, по-моему, там всякие эти, как его, плюшки есть. Криво это все. Иди сюда, дальний рубеж, может быть. Во-во, дальний рубеж, смотрите, синий, вот сюда нам надо. Тут все свое. Недостаточно топлива для прыжка. Что? Эй! Что произошло? Что меня выкидывает? Я надеюсь, я провалился под пол не потому, что мне корабль раздолбало. Давайте-ка вернемся, что-то мне не нравится эта тема. Нет, корабль целый. Автосохранение отлично. Ему корабль разбирает, он что-то ищет. Привет, мистер Даркшизер. Да, мой корабль разбирает уже как День сурка. Смотрели фильм День сурка или как-то там? Или там про войну что-то? Смотрите, что с этим кораблем стало. Вот что значит с нами связываться, вы только смотрите на это. А в прошлый раз картина была вообще по-другому, я вам серьезно говорю. Мой корабль вот так был обугленный. А сейчас, видите, мы вытянули. Потому что я вовремя прилетел сюда и помог. Только на присутствие генерала подняло боевой дух. И активировал тем самым 200% личного состава. Все наши вооружения, все у нас многократно возросло. И мы таким образом одержали победу. Все, этот хранитель валяет, цветет он там. Отдыхает. А ищу я место, куда бы эвакуировать мой корабль. Вот что я ищу. А без тебя он не стреляет. Он без меня очень фигово стреляет. А есть серия? Нет, ее уже нету. То есть она есть, эта серия, на самом деле. Я не могу выложить, потому что YouTube постоянно удаляет его. Я боюсь, что у меня как бы аккаунт не удалил. Потому что там очень много какой-то левой музыки зачесалось. Видимо, я радио включил. Где мне ломают вообще все полностью. Ломают вот этот корабль. Ломают. Здесь еще один корабль был, который я захватывал. Его тоже сломали мне. Вот этот хранитель хренов пролетел, все раздолбал здесь. И меня тоже убил. Вот он, этот обломки от него. А сейчас сложилось все по-другому в мою пользу. Потому что мой тяжелый Сул, это вам не в тапки срать. Что там горит что-то? Я что-то корабль отправил. Мой. Так что если ваш корабль убивают, просто внутрь залетаете и тем самым повышаете боевой дух корабля. Процентов на 200. А он что, летит куда-то у меня? Смотрите, какая-то движуха. Мой корабль улетает. Про. Стоять. Сейчас проверим, летим ли мы. Нет, мы никуда не летим. Опять кто-то стреляет, что у меня лампочка горит красная. А может мне его оттранспортировать в соседнюю эту зону?
Блять, какие дополнительные материалы? Чем, ребята? Стройка звука, звук вкл, музыка выкл, все верно, что надо. Что за дёрганье? Нет, корабль потихоньку он идет туда, куда надо ему, на 25 километров. Надо его эвакуировать, потому что так не пойдет. Видите, вот у него жизни вообще нет. Экраны почему-то сломались и не поднимаются. Инженер там, видимо, ерундой полной занимается, не вычинивает. А нам эти, как его, защитные поля, называемые. Вот-вот, мы горим, короче, и никуда не летим. Вот нам здесь поломали гипердвигатель. Вот пока он горит, я не могу никуда отсюда улететь, потому что как только сейчас я сделаю два шага назад. Ну давайте сохраним, и как бы мы же играем не на режиме Терминатор. Сейчас сохраним и полетим, а дальше я вам покажу, что произойдет с этим кораблем. Мы сейчас находимся в какой-нибудь фигне. Так, это апрель, май, май. Давайте апрельский перезапишем, вот будет у нас все ок. Да. Все, полетели. Полетели отсюда подальше. Попробуем найти. Что я сейчас попробую найти? У меня, по-моему, нету ни денег, ничего. Мой статус, сколько мне денег показывает? 60 тысяч кредитов у меня. Зато у меня есть. Мне не нужны деньги. У меня десантники с собой, елки-палки, я совсем забыл. Я сейчас буду брать на абордаж какой-нибудь корабль наглый самый. А наглые корабли здесь есть. Вот, ну, правда, вот этот сломали, вот его можно было на абордаж взять. Но. Но это было слишком быстро и круто, я бы ничего не смог сделать. Я бы просто не успел. Сейчас поищем какой-нибудь красный корабль, и мы его возьмем на абордаж. Что там за цель мигает постоянно? Его что, надо сломать? А, это перевозчик энергии, да, вот смотрите. Я, в общем, начинал его брать на абордаж, вот. Это как бы назад по времени отмотало, нас отбросило, то есть, да, назад. То есть я брал в прошлый раз вот этот перевозчик энергии на абордаж брал. Я его беру полностью на абордаж, он мой, возвращаюсь к своему кораблю, а там уже эти угольки. Потом я снова загрузил сохраненку, не стал его брать на абордаж, полетел к своему. В этот момент к нему подлетал как раз этот хранитель, авианосец-хранитель называется, да, и начал его колбасить, как вот сейчас было. Но тогда я не залетел внутрь, тогда я остался снаружи и помогал ему, просто стрелял по авианосу ракетами, там, по-всякому. И, но это не помогло. То есть он разобрал сначала мой корабль, тяжелую сулу, а потом он разобрал и меня. А в варианте, когда мы берем на абордаж сначала, а потом летим спасать, там уже нет нашего тяжелого сула. Он просто доламывает наш захваченный вот этот транспортный корабль энерго. Воу, парень, не так быстро. Что мы сейчас делаем? Мы делаем так. Где-то кнопочка наша, я что-то нажал. Так, срочно, где этот минер, да, перехватчик, не то перехватчик. Троян, вот он, Троян, отлично. Ну, мой корабль здесь бессмертный, он, так что ему пофиг. Летим на... Так, стоп, не Троян же! Нет, ни в коем случае. Какой Троян, о чем я? Щиты уже продавило! Какого... Крыжна?
Зачем мне проломили щиты-то? Вы что? Гада. Сейчас восстановим немножко щиты. Вообще отлетим в сторону сейчас и полетим на... Да, в сторону вот своего корабля. Он должен вычиниться. Инженер там должен до 75% поднять. Все остальное мы можем поднять на верфь. Но мы не будем на верфь залетать, потому что это слишком невыгодно и дорого. Так, перехватчик, Троян, перехватчик. Перехватчик, 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 перехватчик. А-а-а. Я все понял. Ренегат, у меня нет видео, но использованное уже все. Пыщ, пыщ. Уничтожьте... так я его уже начал брать на абордаж, да ёшкин кошкин. Уничтожьте блок создания прыжков. Да иди-ка ты нафиг с своим блоком создания прыжкового двигателя. Или сломать. Не сломаем, давайте сломаем. Ракеты нужно срочно, срочно другие ракеты. Дробилка, вот следопыта нужно взять. Хорошо. Давай, 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 давай. Что там случилось? Жарь, 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 давай. Да что такое, он что, не ломает? Он что, не бессмертный, что ли? Я ничем стреляю. Так, надо отсюда валить. Ко мне не надавали, пендели. Где мой корабль? К воротам летим. В общем, приходится постоянно мониторить свой корабль, смотреть, нет ли там какой-нибудь заразы около него. Кстати, мини-карта прикольно стала. Какие-то там значки. Привет, Линкс. Думаете, я что-то не так делаю? Сейчас буду выпускать абордажную команду. Но я по-другому не умею это делать, иначе меня просто ломают полностью. Вот. Лететь по автопилоту инфа... Ну нет, здесь абордаж. Стоп, это же посадка. Что я сделал? Вот тебе, гад. А вот, ну-ка, ну-ка, по... О, я ему дрону сломал. Это круто было. Это было круто было. Да что такое? А где этот? А где абордажная команда? Нет менюшки об... на абордаж взять. Кстати, меня никто не ломает здесь. Я читер, я в недосягаемости всяких пушек. Еще одну надо сломать, что ли? Это вообще легко. Гори, гори, ясно. Блок создания прыжкового туннеля уничтожить. По-моему, я уже ломал ему этот блок. Или я ему что, ломал щиты? Ему осталось твой щит. Защищайте абордажную капсулу. Да-да, конечно, сейчас я вот эти штуки все поломаю, и будет не защита. Капсулы вылетели, капец. Сейчас главное своих не подбить. Давай, давай, есть! Видели, как я подорвал эту штуку? Правда, потом придется это что-то чинить и вычинивать. О, сколько здесь пушек, ёлки-палки. Быстрее, 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 пока пушки не очнулись. Отлично! Давай! В щепки разлетелись. Так, пушка перегрелась. Импульсным лазером его. Вообще классно. Ну все, он безоружный, как младенец. Ну, он еще парочку там остался. Сейчас мы доломаем тоже. Что-то плохо пробивается, надо другую пушку поставить.
Автоплазменный сломан, буровой лазер здесь не поможет нам. Так, по-моему, сейчас меня самого сломают здесь, я так полагаю. Мне что-то с корпусом не очень. Летим! Блин, на соплях же! Ой! Меня пшикает что-то. Не останавливайся, да я... Да я что делаю? Уничтожьте, какой уничтожить турель? Сейчас меня самого уничтожат. Кстати говоря, где мой зелененький корабль? Что там в 5 километрах? А, тот. Я не вижу свой зеленый корабль. По-моему, его гуфнули. Опять, наверное, ангел-хранитель пролетел. Так, как его сменится или кто? Надо проверить по списку. Собственность. Тяжелый сул. Нет, он еще, наверное, живой еще. Тяжелый сул на месте должен быть. Ну что там? Захватывают? Нет корабль-то. Или нужно все делать самому? Зеленый треугольник на экране. Так, спасибо, Линкс. Спасибо, сейчас я еще раз попробую глянуть. Да, вижу слева два треугольника зеленых. Они дрогнули, преследуйте их, когда они побегут. Отлично. Так, я вижу два зеленых. Стоп. Подожди, треугольник это же эти. Так это ж абордаж мой. Треугольник зелененький. Кстати, я читал, что если у тебя крутая команда, то не обязательно эти всякие турели ломать. Они могут и так все бомбануть тут. Но мы все-таки полетим, рискнем, потому что турель уже без защиты. Мы вынесли там все эти. Как его. Все силовые поля их. Так, тихонько подкрадываемся. Он в меня повернулся, видели? Хотел в меня пульнуть. Но не тут-то было. Я вам из крепкого теста сделан. Да, корабль, конечно, я разбил конкретно. Уничтожьте блок создания прыжкового туннеля. По-моему, я уже фигню-то ломал. Войти в Троян. Отлично. Чего-то не хватало мне. Троян это вообще, короче, такая тема бедовая. Потому что если я сейчас завалю задание в Трояне, то автоматом автоматом провалится миссия. Так уже было у меня. Взломать место, даже представляю, какое место. Да нет, не представляешь. Скорее всего, турель надо взломать. Что ж, поработаем хакером. Представим, что это Пентагон. И будем его крякать. Стой, крыть. Эй, где эта штука? Эта штука где-то... Стоп. Уничтожьте блок создания. Да. Короче, что-то я не успел с этим Трояном, походу. Я просто слоупочил, видимо. Стоять. Прицелимся. А это мы любим. Уничтожить турельку теперь. Кто там еще турелька у него есть? Я же вроде все доломал. Отремонтировался, что ли? Он в меня смотрит. Фу! Еле успел видеть. О, задание выполнено, отлично. Надо сейчас с ним что-то сделать. Так, задание. Так, нет, стоп. Блин. Информация, собственность. Перевозчик энергии, отлично. Надо его за собой как-то закрепить. Связь 3. Связь. Нет. Не получилось его за собой закрепить. Доставит капитан для Раханас, перевозчик энергии. А-а-а, капитан теперь здесь нужен. У меня капитан на борту, кстати, есть.
Так что, видимо, старого капитана убило осколком. Или он просто уволился отсюда. Далеко я улетел. Спускаемся. Как называется-то, ёлки-палки? Перевозчик энергии нам нужен для продажи. Потом мы на эти деньги купим еще зеленых человечков. Собственность. И на эти зеленых человечков мы с помощью них, то есть, захватим еще себе. Ведь у нас, в принципе, у нас так дофига их, на самом деле, десантников, ветеранов 20 штук, элитных 11 штук. То есть этого хватит еще на парочку. Единственное, нужен ренегат очень сильно. Ренегат для того, чтобы заколбасить конкретно все. Все равно надо починиться, извиняюсь. Что-то мне в горло попало. Не вижу, где мои чуваки сидят сейчас. Находятся, то есть. Команда должна быть, что-то такое. Мой статус один. Так, трюм 3. Давайте посмотрим трюм. Не то, похоже, это дело. Кредиты, отношения. Статистика 4. Вот все никак никогда не научусь, как это делать. А, команда, экипаж, пятерка. Вот же, вызвать удаленно 2. Капитан. Улыбнитесь. 4, работайте здесь. Так, молодец просто. Архитектор. Вообще нафиг мне архитектора нужен. Уволить его. Сюда нужен ремонтник, очень срочно. В общем, денег нет на ремонтника. Как-то его надо в группу объединить. Собственность 2. Так, перевозчик энергии, да. Связь с ним. Присоединись к моему отряду 1, да. Присоединяется пусть к отряду. И что мы с ним делаем? Вали. Топливо для прыжка. Надо было, наверное, нажать типа прыгай без топлива. Так полагаю. Сейчас надо его нам продать. Нужно найти верфь и куда бы его сбагрить. Единственная верфь, которую я знаю, это там, где строится моя станция. Ну, придется лететь туда. Что еще? А туда другому никак. Скакали. Возможно, там же мы его и починим, если денег хватит. Хотя нет, чинить не будем, так продадим. Как есть. Жалко, что придется лететь очень далеко туда. То есть долго. О, зеленый треугольник я вижу на карте. Ну, это мой. Это мой треугольник. То есть, не мой, а это перевозчик. Так, что там? Вон ворота. Нам туда. Пока он летит, я сейчас гляну на карте. Где этот все-таки наш тяжелый СУЛ? Здесь такая кнопка есть удобная, на карте называется. А, тяжелый СУ, в общем, полетел нафиг. Туда, куда его отправил. На тот конец он полетел. 3, связь. Так, новый приказ, назначить нового начальника, чтобы подробнее о корабле. 4. Давайте мы ему дадим возможность самому заправляться, название, да? 4, переименовать. Интересно, я не знал, что можно переименовать. Все можно писать. Тяжелый СУ Г1 напишем мы его сюда. Окей. Корпус, прыжковый двигатель, ок, дальность радара, двигатель. Непонятно, что как он там, веслами гребет, что ли. Инженер, офицер обороны, капитан. Трюме товаров нет. У него есть, кстати говоря, беспилотники 2 штуки. 4 штуки даже.
проектор силового поля. Вычинили, походу, все это. Турельки вычинили, походу. Ну, в общем, он крутой очень теперь стал. А чё, пусть с нами летает, чё он? Так, 4 атакуйте, дозаправка, 3, вернуться. 6, да, вернуться, 6. Куда вернуться? Точно, пусть он меня доставит туда. В этот. Как его? Вот сюда, дефриз. И... мне же надо вверх попасть. Вот пусть он меня и вверх и доставит. Вот здесь вот у нас находится. 3 проложит курс. Назначение дефриз. Надеюсь, он меня отвезет туда. Что, остановился, что ли? Так, ну-ка проверим этот, как его, батарейка носится, он за мной летит или что? Видимо, заправляет там что-то. Было бы здорово, конечно, захватывать вместе с грузом их и продавать этот груз. Ну-ка проверим, может у него на самом деле что-то есть в кармане. Раханас. Дополнительные сведения. Что-то есть внутри, 800 же есть. Имеется в трюме один товар. У него только погрузчик, вооружение. Топливные элементы 900 с чем-то штук. Надо продать его. Как-то продать. Научиться бы еще продавать это все дело. А, вот же торговля четверка есть. Сделки не найдены. Обшивка корпуса, термоядерный реактор. Да ну. А мне что надо? Мне как раз реакторы не нужны. 619 штук. А, это они покупают, походу. К покупкам, к продажам. Один вр, 5 прыжков. Товары, покупаемые станциями. Товары, продаваемые станциями. Отлично. Но здесь никаких батареек-то и нету. Подожди. А ведь он там что-то трется. Не зря он там трется. Сейчас я, в общем, сюда подлечу. Ведь они здесь стыкуются. Не просто так ведь стыкуются он тут. Вот же, плюсик у него стоит. То есть он покупает. Покупает энергию. Зараза такая. Надо продать, мы же все зря захватили. Стоять, бояться. Контрол нажал случайно. Ай-яй-яй. Купить энергоэлементы. Спасибо. Мне бы продать. Товары, продаваемые станциями. Нет, спасибо. Покупкам. То есть этот корабль, получается, он купил эти энергоэлементы. Мне надо от них избавиться. Назначение дефриз. Нет, дефриз мне не нужно совершенно никак. То есть мне туда нужно, но я хочу туда полететь на своем собственном корабле. Мне даже в комментариях на ютубе уже писали, что чтоб я с помощью своих кораблей прибыл. А давайте вот прям на нем и полетим. Чего нам ждать, пока тот чувак родит? На энергоносителе и полетим своим. Сейчас мы вызовем его. Так, информация. Собственность. Шрифт, конечно, вообще полная фигня получилась. Связь. Так. Новый приказ 2.
доставьте меня в... Походу, это мы сейчас здесь находимся. Да. Мне нужно в Дефриз, ослепительную истину. И в эту жару. Или куда? Или пояс радиации. Давайте в жару. Выбрать 4. А я там что нажал? А я там нажал проложить курс. Надо было выбрать. Другой надо было, короче, выбрать. Ну что, стыкуемся? Он нас должен доставить туда. По идее. Стоять. Что такое автопилот? Идите по автопилоту. Ну-ка, мой новый кораблик. А, мы здесь уже были, уже не новые. Кстати, мышка по-прежнему так же тупит. Ну, полетели. Гип-гип. Как-то подозрительно-то. Перевозчик энергии. Дополнительные сведения. Смотрим. Прыжковый двигатель нет. Что бы это значило? А, я понял, почему его нет-то. Я его недавно сломал. Лететь в жару здесь написано. Да. Вот, зайдем туда сюда. Работает над лететь в жару. Лечу. Да. Связь. Отстановить текущую задачу 2. Следуем за вами, сэр. Отлично. Просто лечу, говорит. А берем наш тяжелый СУГ-1. Связь. Попробуем сейчас на нем улететь. Сначала посмотрим вообще, что он делает. Так, прыжковый двигатель у него. О, это отлично. Инженер ремонтирует, это атакует, следует за Альбионом Скунс. Произвожу расчет параметров. Какой еще расчет он там производит? Так, стоп, связь. Новый приказ. Доставьте меня в... Да, это отлично. И... Галактика, Дефриз, вступительную стену, жару, вот сюда нам нужно достать, выбрать 4, нажимаем здесь. Капитан, подождите, пока я пристыкуюсь, там может быть. Ожидаю, говорит. О-о-о. А нам бы посмотреть вообще, где он сейчас. И как я его найду вообще? Могу понять, он сверху, снизу. Ты ядрен, ты батон. Как так можно? 5-5, давайте выйдем отсюда. Дом скакал. Полетели. Где-то болтается, и теперь его нереально будет найти, по ходу дела. Что ж, чтоб его найти, мы должны куда-то пролететь, я так понимаю. А хоть вот на этой штуке. Просто в соседнюю эту систему, или как он называется.
Назначение город развален. Впереди, кстати, какие-то станции. Надо выйти посмотреть, что это станция. Чего не могу выйти? Чего они сделали с трубой? Я не могу выйти отсюда. Эй! Вы что делаете? Тварюги! Фу! Еле вышел. Оба-на, все красненькое. Так, вот это жирный корабль какой-то, кстати. Шахтерский корабль. Это не такой жирный. Нет, мы пока повисим здесь немножко. У меня там антирадар мигает. Походу скоро мне кирдык здесь будет. Так, сейчас одну секунду, небольшой сейчас перерывчик. Да, где же? Ща. И мы, наверное, сделаем старт-стоп для Ютуба. Надо будет серию одну записать. Смотрим, где наши корабли. Перевозчик энергии на карте. Он по-прежнему в какой-то базе. Тяжелый сул. Больше всего меня интересует тяжелый сул. Перевозчик энергии-то ты хрен с ним, как бы, я его продаю. А вот тяжелый сул. Что он вообще делает? Где он? Остановить текущую задачу 2. Следуем за вами, сэр. Как же он меня напрягает, а? Недостаточно топлива. Вот здесь, кстати, вот можно тыкать, по-моему, по этой роже, или что? Нет? Ну и что, недостаточно топлива? Что за ты такой слоупок-то? Зарезаправься. Где-то у него должно быть, как его, капитан. Где-то можно настраивать, чтобы он заправлялся сам. Следовать за Альбион Скунс. Провожу расчет параметров. Что за 100-500 команд на нем висит? Дополнительные сведения. Дополнительные сведения. Больше. Инженер. Проверим, что он может иметь. Ремонтирую сканирующую антенну. Самая бесполезная, наверное, штука, которая бывает. Это его антенна. Такой противника. Здесь заменить защищается такой противник. Отлично. Заправлять завод, пополнять боезапас, заправлять оба. Так, это не то. Крышковый двигателек, да, не сработал. Блин, что делать-то? Как его спасти вообще? Как он там застрял? Гад. Теперь, по-моему, не только гад застрял, теперь и я застрял здесь. А здесь у меня... А, вот я пролетел. Тут у меня остался корабль этот энергетический. Энергетический. Здесь я нахожусь.
Еще где-то здесь. Так, вернуться один. Перевозчик энергии. А где мой тут тяжелый СУ? Тяжелый СУ, он случайно не улетел? О, ноу! Он улетел! Стоп. Почему он зелененький? Закрытый клад. Я туда отправил свой тяжелый СУ. Капец. Да я просто краб. Я сам туда его отправил, я вспомнил. Я же пытался эвакуировать его. Че он там болтает? Я пропустил, что он там буркнул. Так, это он. Это мы. Он здесь, мы здесь. В общем, он прыгнул. А мы нет. Все очень. Все очень плохо. Че, ему на встречу что теперь идти? Или ждать, пока он заправится? Не, допустим, вот я на встречу пойду, он потом прыгнет за мной сюда. Пойду-ка я починюсь лучше где-нибудь. Больше пользы будет, я думаю. Ну сейчас он заправляет свой этот, как его, кондиционер, этот кондиционер свой. Как только он заправит через какое-то время этот кондиционер на движке, он сможет прыгнуть. А пока он не прыгает, потому что у него нет ни топлива, ничего нет. Еще здесь все кругом красные. Гады вы все. Здрасте. То я вылететь не могу, то меня выкидывает. Чё-чё-чё? У нас недостаточно... Так, стоп. Где там мышка-то? Во-во-во-во. Так. Не тратьте топливо для прыжков. Вот-вот. Для прыжков. Нам надо цифру 2, в общем, выбрать. Все. Теперь он должен прилететь сюда так, на кондиционере. На конденсаторе, то есть. Ну чё, ждем, пока он прилетит, а сами будем долбить что-нибудь. Может, мы еще на абордаж возьмем вот этот кораблик, что скажете? А у нас капитана нет, да, лишнего. А без капитана нельзя его взять. Интересно. Да чё, давайте возьмем, чуть-чуть делать, зато прикольно будет. То они тут летают. Шахтерский корабль, да? Чё есть шахтерский корабль? Чушь. Так он даже вроде не берется на абордаж, это обычная какая-то корыта. Точно, мы сейчас возьмем на абордаж что-нибудь здесь. Так, сейчас я сделаю рестарт стрима, чтобы разбить на две серии, уже 48, 49 минут уже.